Установлена личность женщины, труп которой был обнаружен сегодня после пожара на мебельной фабрике в Алматы. Ею оказалась 59-летняя работница мебельного цеха. В департаменте полиции сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. Проводится также пожарно-техническая экспертиза, после которой станет ясно, от чего произошло возгорание. Огонь вспыхнул сегодня в полдень. Работники службы ДЧС потушили его за полтора часа. Площадь сгорения составила 1200 квадратных метров. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 292, часть 3. Это нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека. В рамках досудебного расследования обязательно будут проводиться допросы, будут допрошены как руководители этих цехов, должностные лица, так и работники, которые имели непосредственное отношение к производству.